чтобы на голову! Сейчас на голову, на голову! Ай, давай, подъезжай! Сейчас мы тебе... Давай! Эх, ну нет, получилось, что он поедет по этой горке. Ой, он сбил своего друга! Ребята, вы видели, что произошло? А сейчас мы взорвем тебя. Давай подъезжай, мы тебя взорвем. И... Всем привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс. И мы с вами в мире роботов. В общем, это прикольная, интересная игра, и мы начинаем. И у нас робот уже хочет проехать сквозь эти преграды. Тут какие-то странные волны. О, молодец, робо-робот. Давайте его называть робот Робби. Ну что, Робби? Ой, а второго, ребят, как мы назовем? Не знаю даже. Может быть, как-нибудь... В общем, не знаю. Ну, название для маленького худенького робота мне понравилось, Робби. И, в общем, я тут пока все эти валуны вот сюда их определила. И мои роботы едут к себе на... как их назвать? Ну, телепорты. Ой, мамочки, это что такое? Ай-яй-яй, и как? Ребята, посмотрите, тут летают заряды, тут куча взрывчатки. Пока не понимаю, что мне делать. Ладно, попробуем сейчас взорвать вот эту взрывчатку. Ну, давай, взрывайся. Ой, не получилось, но ты же должен был взорваться. Ай, что же делать? Да, может быть, еще раз попробовать? Ну и ничего, похоже, придется начать заново. Ладно, попробуем еще раз. В общем, с попаданием у меня что-то как-то не очень. Нам нужно точное попадание вот в этот... Давай! И... Сейчас он подъедет поближе. Нет, 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 не падай, не падай. Взрывчаточка, пожалуйста, пожалуйста, не падай. Подожди его, подожди. Давай, и... Есть! Отлично! И мы разломали вот эту вот странную штучку. И сейчас наш робот, главное, чтобы не упал. Ой, 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 ой. Сейчас он... Ой, нет, я думала, он доползет до финиша, но он не дополз. Ладно, теперь мы учли все свои ошибки. И попробуем еще раз. Так, первый готов. И главное теперь нам довести этого робота. Ну, это все легко. И вот этого робота надо как-то, чтобы он не упал. Эй, давай, вот так. Спускайся медленно. Сейчас мы вот это уберем. Так, отличненько. Эту коробочку убираем. И эту убираем. Ну все, дружок, можешь ехать. У него какой-то смешной велосипед. Какой-то детский. Да уж. Ну что. И тут у нас опять роботы, которые стреляют в нас зарядами. Ну, в общем, мы их быстро победили. Вы видели, ребят. Теперь нам нужно опустить как-то вот эту... Этот мостик. Первый робот поехал. И... Эй, пустите меня! Ой, нет, нет, не сюда! Да не сюда же ты, куда же... Ой, ну вот, неудачка. Да, в первых уровнях было все полегче. Ладно, так, мостик опускается. И... Давай! Аккуратненько, жди. Сейчас второй поедет. Так, отлично. Он уже заснул. Ему уже скучно с нами. Подожди, робот Робби. Так, сюда. И ты сюда. Давай, давай. Сейчас упадешь. Эх, в общем, какая-то улитка. Второй робот, назовем его улитка. И улитка... Ой, похоже, он ударился, у него кроются глаза. В общем, сегодня в нашем уровне играет улитка. Посмотрим, как он пройдет этот уровень. У нас опять какое-то чудище. На тебе на голову заряд. Эх. Эй, на тебе еще ящик. Эй. Ну, взрывайся уже. Взрывайся. И есть.
отличненько. Теперь нужно убрать этот ящичек как-то. И чтобы он нам закрыл вот... Ой, а дальше-то как? Лазер-то он нам не закрыл. Ой, мамочки, как больно. Что-то мы сделали, ребят, не так. Так, попробуем. Эй, давай, дружище, падай туда. Эх, не получилось. Эй, улитка, ну давай же, придумай какой-нибудь план. В общем, он застрял. Смешно. На тебе, так тебе. Ой, кажется, попал он в нас. В общем, что-то не заладилось. Эй, на тебе на голову взрывчатку. Вот так, отлично. Давай, ну, не упал. Ребята, мы взорвали лазер, отлично, и теперь мы можем двигаться дальше. Сейчас наша улитка опустится вниз и окажется в телепорту. Отлично. А вот этот лазер мне уже не нравится. И в нашем уровне играет Робби. Посмотрим. Это оторвем. Что здесь можно сделать? Как-то нужно закрыть этот лазер. Так, может быть... хорошо, что он до нас не достал. Эй! Ну вот. А, все, отлично, ребята. И мы его отключили. Мы можем спокойно двигаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Не достанешь. Ну что, идем дальше, в следующий уровень. Посмотрим. Опять два лазера. Ну, хорошо, что они отключаются. Это уже очень и очень хорошо. Сейчас мы нажмем на эту коробочку и взрываем взрывчатку. Что-то ее куда-то притянуло. А, все правильно. Теперь у нас есть мостик. Ой, а второй-то робот. Ему придется аккуратнее ехать. Ой, я падаю. Ай, помогите. Ой, кажется, что-то пошло не так. Ладно, придумаем другой план. Взрываем взрывчатку и устанавливаем мостик. И, похоже, нам нужен... Ай-яй-яй-яй, я сейчас впаду. Эй, давай быстрей. Ух ты, улитка отключила нам лазеры. И мы можем двигаться дальше. Главное, чтобы Робби сейчас быстро проехал. А, ну, в общем, он легкий. От него даже и не шелохнулся этот мостик. И у нас опять злые роботы. Теперь их двое. Подумаем, как же нам их уничтожить. А может быть ему опустить горку? Он на эту горку заберется и упадет с нее. И тринс, и сломается. Так, попробуем. А может ему на голову? Сейчас на голову. Ай, давай, подъезжай. Сейчас мы тебе, давай. Эх, ну нет, получилось, что он поедет по этой горке. Ой, он сбил своего друга. Ребята, вы видели, что произошло? А сейчас мы взорвем тебя. Давай подъезжай, мы тебя взорвем. И... Ты-дыщ! Отлично! Ну, теперь можем двигаться дальше. Здесь нужно быть аккуратнее, потому что наш робот может упасть. Так, это убираем и двигаемся вперед. Следующий уровень, ребята. Ну вот, отлично. Посмотрим. Здесь опять два робота участвуют. Валуны, лазер, какие-то мостики. Это... Так, отлично, мы отключили лазер, ребята. Теперь нужно опустить мостики. Я думаю, вот этот робот, он сам их опустит, когда приедет по ним. Эй, давай, дружище, теперь наш Робби. Ну, он легкий, он быстренько сейчас. Давай, Робби, пожалуйста, только не падай. Ай-яй-яй. Ну, все отлично. Ай, опять этот лазер. Тут какая-то коробка, которая спасает от радиации. Ну, в нашем случае, скорее всего, от лазера. Эй, сейчас мы тебя вот так вот оденем. Ой, нет! Это что было, ребята?
Похоже, эту коробку надо было одевать на робота, а не на лазер. Вы видели, лазер прожег коробку. Ничего себе. Попробуем что-нибудь сделать по-другому. Может быть, еще раз попробовать? Я так понимаю, что другого, наверное, выхода нет. И вот. Ну вот, отлично. Ой, нет. Он все равно может стрельнуть. Хотя, вроде бы не может. Ну вот, отлично. Все получилось. Эй, ты в ловушке, дружок. Ребят, ну, я думаю, пора заканчивать это видео. Эти приключения с роботами, они очень интересные. Сейчас мы пройдем последний уровень. Если вам нравятся игры про роботов, ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на наш канал. Ой, похоже, наши роботы куда-то улетели, в общем, в космос. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребят.